видов, 5 особей у нас акул, как я вам говорила. Первыми морскими обитателями, которые увидели юные хоккеисты, стали не дельфины. Акул, разных рыб, крабов и других моллюсков ребятам показали во время экскурсии, организованной новыми партнерами – Большим сочинским дельфинарием парка «Ривьера». После знакомства с подводным миром ледовые защитники и нападающие узнали много нового о земных животных, посетив зоопарк «Рио». Великолепный попугайчик, вот тот вот белый попугайчик, все видно, да? Да, но это не просто кокоду, это кохлат и краснокнижный кокоду. После познавательной зооэкскурсии ребят ждал сладкий стол. У одного из игроков команды визит к партнерам совпал с днем рождения. 9-летие отметил Тимур Христиани. Руководство дельфинария подарило юному хоккеисту огромный торт в виде формы. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И на этом подарки не закончились. По традиции, во время представления дельфины пишут картины. Очередной пейзаж для именинника нарисовал ставший символом команды сочинские дельфины черноморский Афалин Новик. Он же прокатил Тимура на лодке под аплодисменты зрителей. Новик и его друзья также продемонстрировали хоккеистам свою ловкость в прыжках в высоту, через кольцо и другие трюки. Дельфины зарядили ребят положительными эмоциями и таким образом поддержали в спортивных начинаниях. Только что мы вернулись со второго этапа первенства края, на котором выступили успешно. По итогам двух туров мы идем на первом месте. Ребята набрались положительных эмоций. Этот дельфин очень шустрый такой. Вот. Я думаю, что положительные эмоции перед финалом нам не помешают. Сейчас юные хоккеисты готовятся к финалу первенства Краснодарского края, на котором соберутся 4 лучшие сборные. Тренер и команда уверены, их живой символ поможет команде «Сочинские дельфины» одержать победу. Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.